Всем привет, с вами Вероника Адамс, и сегодня я покажу вам очень много косметики. Я не знаю, за какое время оно накопилось, как будто буквально за месяц. Покажу вам косметику из Милы и из Остра Чистоты, в принципе, еще есть и Фраше. То есть, как бы, много реально всего, и какие-то вещи я уже тестировала, и могу вам рассказать, как они мне нравятся или нет. В общем, смотрите это видео, я думаю, оно вам очень понравится, поэтому не переключайтесь. Я, честно говоря, не помню, конечно же, что откуда, потому что все было в мешках, 300 раз перекладено, вот, поэтому просто буду вам показывать вещи, косметику, в частности, что мне еще понравилось, что нет, просто расскажу вам, покажу. Первое, чего я хочу начать, это вот такой очищающий гель от Garnier. Мне очень понравилась вот такая идея с щеточкой, в принципе, смотрите. Оно очень прикольно, вот так поворачивается, открываем и закрываем. Вот, там выдавливаем гель и вот так вот по мордочке своей очищаем, елозим, да. Ультраочищающий гель с щеткой против прыщей. Мне очень понравилось, в принципе, мне не так много прыщей, но вы знаете, какие-то, когда женские дни, там все дела. Вот. Как раз классная штучка, мне понравилась. Да, она немножко, не то что обостряет, она, знаете, когда прыщик еще не созрела, она помогает с этим досозревать, вот. Поэтому после него, конечно, могут появиться прыщики, даже которые, потому что они в глубине сидели, и это средство как раз помогло поднять и вознести их наружу, вот. Поэтому я думаю, все равно это хорошо, так как, знаете, чистить кожу все равно всегда нужно и важно. Поэтому это средство, в принципе, мне понравилось, плюс идея очень классная с этой щеточкой, поэтому, блин, это здорово, мне реально очень понравилось. Следующий продукт – это вот такая байда, также от Garnier, посмотрите, байда. Ну, в плане, вы поняли, не в хорошем, ой, не в плохом, вернее, это мицеллярная водичка, я взяла 700 миллилитров, да, 700, очень много, и это, наверное, ушло за полтора месяца, наверное, где-то почти половинка. Вот считайте, сколько, по-моему, у кого расходник, да. Кто может год пользоваться такой, но я люблю, знаете, не тереть один ватный диск по 300 лет, знаете, постоянно экономить. Не знаете, на коже своей лучше не экономить, а реально покупать хорошие, достаточно классные вещи и не мусолить один тот же ватный диск. И мицеллярочки немножечко, а лучше все нормально. Я люблю, да, лить, ну не совсем, чтобы капало, конечно. Вот, мне просто, в принципе, нравится мицеллярочка, плюс еще 700 миллилитров, но это круто. По-моему, да, была по скидке, поэтому я взяла, такая, блин, ну классно, мне надолго хватит. Вот, кажу себя, конечно, не каждый день, вот, но все же, знаете, как бы даже если пришел с улицы и какую-то грязь очистить, как бы это все равно нужно средством таким вот протирать лицо обязательно. Вот, а потом просто водичку умывать, поэтому мне нравится. Либо то ли за 2 месяца, то ли за 1,5, что-то вроде такого. Вот, хотя, может, около 3 даже. Так что вот эти 2 штучки от Garnier очень классные, в принципе, я вам советую. Далее хочу вам показать от Schwarzkopf такое средство. Утюжок, эффект утюжка до 4 дней. Ну, не знаю, просто я люблю всегда прямые волосы, ну, относительно, да, как бы. Вот, и мне понравилось, еще плюс термозащита. Написано термозащитный упрямляющий спрей для волос. Но мне всегда вот здесь, знаете, бывают такие волны, конечно, по волосам. Но в целом мне очень нравится запах. Я работала как-то очень давно в салоне. И там был спрей от Babyliss. А Babyliss, вы сами понимаете, что это очень классная фирма. Или как это назвать? Вот. В общем, и запах очень похож на Babyliss. Прям очень реально. Я помню, как я обожала этот запах. Даже не могу описать его. Он как будто какой-то виноградный, что ли. Я не знаю, но это очень вкусный запах. Прям бомба. Спрей просто, знаете, как еще бывает для удовольствия, чтобы потом ваши волосы пахли. Ах, еще и термозащита, мне кажется, это просто находка. Это офигенский, классный продукт, я советую вам, девчонки, кому нравятся также прямые ухоженные волосы, поэтому эта тема определенно для вас. Следующее я покажу вам, но это я купила, кстати, походу, давно. Johnson's Baby масло, да.
Перед сном детское масло, да, и детское масло обычное, дневное. Возможно, с лавандой, но я так не нашла ее, но я так хочу верить в это. И обычное такое, знаете, ну, обычный простой, вот, удерживает до 10 раз больше влаги. Можно после ванны нанести Johnson's Baby на тело, и ваша кожа будет действительно мягкой и бархатистой. Это проверено, одобрено. Только главное, знаете, не перелить этого масла, потому что потом будете как это, как наггетс какой-то жирненький такой. Вот. И надо немного, чтобы, ну, кожа ваша впитала и высохла, и, блин, это будет супер, реально. Кожа офигенская. Поэтому вам такой, как лайфхак. Вот. Следующее, к чему я хочу перейти, давайте опять же шварцкопу вернемся, это пудра. Пудра, стайлинг для всех типов волос, до 50 применений. У меня раньше была пудра, она там и стоит еще такая зелененькая. Вот, но сейчас поменялась упаковка, стала темнее, темно-зеленая, была тогда светло-салатовая такая. Вот, также походу было по скидке, я решила взять, потому что это реально классная вещь. Насыпьте небольшое количество пудры на ладони, разотрите между ладонями, нанесите на корни сухих волос и уложите на свой вкус. Но я делаю обычно, когда поднимаю, знаете, какая-то прическа, там, вам нужно, чтобы реально был какой-то мини-объемчик, особенно у лица. Вот, я, получается, открываю эту прядку, сыплю сюда этот порошочек, пудрочку и вот так вот втираю. Блин, эффект классный, да. Пускай, может, ненадолго, и обязательно только, да, не на грязные волосы, потому что, ну, блин, ну, когда грязные волосы, как бы лучше спрячьтесь в ванне. Ни в коем случае, только на чистые, тогда действительно будет очень крутой эффект. Поэтому я также советую вам, как стилист, реально. Поэтому, блин, присмотритесь и задумайтесь, если у вас еще нет пудры. Потому что это реально палочка-выручалочка. Итак, переходим к следующему. Это будут салфетки. Да, скажите, что такое? Но я вам расскажу, какие самые офигенные салфетки. Я рассказываю свой секрет. Не знаю, что-то упало. Отрываю просто вам от сердца. Это Тони. Вот такие салфетки. Это обалденно. Я покупаю их в Космо. Офигенная цена и очень вкусно пахнет. Очень. Вот есть детские, чуть подороже. И есть вот обычные. Это безумно мои любимые салфетки. Случайно просто зашла в Космо, купила их. И потом очень долго не могла найти. И потом я купила все салфетки, которые там были. Ну, у меня еще одна была упаковка где-то в сумке. Обалденная, просто. Ну, не знаю, на мой личный вкус это самая офигенская салфетка, которую вообще я когда-либо пробовала. Итак, перейдем к дальше к салфеточкам. Но это будет необычный, а для белой обуви. Да, прикол, у нас такие появились. Для белой подошвы, вернее, если быть точнее, да, как бы. Вот, как-то покупали кроссовки тоже. В Каре. И в Каре как раз такие были салфетки. Мы взяли две штуки, думаю, ну посмотрим, еще не тестировала, я не знаю, просто только постирала свои белые кроссовки, поэтому они у меня пока идеально чистые, белые, вот, но думаю, протестирую, да, думаю, мне они понравятся. Следующие салфетки это будут вот такие Мистер Чисто. Покупались в Фикс Прайсе. Эталон чистоты хозяйственной влажной салфетки. Знаете, вот чтобы делать уборку, ну, дома, такую влажную горочку, я часто беру просто обычные салфетки, но здесь вот есть специальный вот такой вот морячок, такой морячок для тех, кто экономит время, да, не деньги, время. Состав 60% целлюлозы, не оставляют разводов, удобно держать в руке. А, ну, ладно, допустим, 120 салфеток, вот такие они, думаю, ну, думаю, прикольно. Боже мой, не знаю дальше, с чего начинать, вернее, продолжать. Давайте с никотиновой кислоты. Вот, моя любовь, также в Фикс Прайсе. Обожаю вот именно бордовую упаковку, там еще была ярко-оранжевая. Они изменили по ходу упаковку, но вот бордовая самая топчика. Хотя разницы я не вижу, но просто нам не ближе. Просто мне больше нравится бордовый, нежели оранжевый. Все понятно. Ну вот, про кислоту эту я уже рассказывала, можете посмотреть на предыдущих моих видео. Вот, ну а если в целом, вкратце сказать, что никотиновая кислота улучшает кровообращение, циркуляцию и, в общем, быстрее растут волосы. То есть, да, она так мотивирует волосяные луковицы, назовем это так, да. Вот, поэтому никотиновая кислота – это офигенская вещь. Советую всем, либо можете приобрести просто в аптеке. Так, далее, что нашла опять же в Фикс Прайсе. Это вот такой скраб. Ну, не обязательно Фикс Прайс, он продается, знаете, еще и
в обычный мусор чистоты, да, вот такой маленький, ведерко такое маленькое. Написано, что виноградно-сахарный для упругости с маслом миндаля и соком клюквы. Я не буду открывать, надеюсь, что просто вкусно. Вот. Мне просто понравилось, что виноград. Не знаю. Надеюсь, что понравится, действительно. Посмотрим, протестируем это, я еще не знаю. Далее покажу вам. Это вот такой крем. Крем для лица защитный. Это против ультрафиолетовых лучей. Да. Солнцезащитный, да, SPF 30. Думаю, 30 в целом, более-менее среднее, нормально. Но я хочу еще на ручку наносить, чтобы не выгорала моя татуировочка. Ну вот, поэтому для лица как раз хорошо, чтобы не быть потом красной такой, красненькой. Хотя, в принципе, я загораю хорошо, не красненькая, а сразу, знаете, такой хороший, красивый загарчик. Но, тьфу-тьфу, кто знает, какое сейчас уже гиперактивное солнце. Вот, поэтому я взяла для лица и для своей ручки. Но, в принципе, здесь он вот такой маленький, 30 миллилитров, миллилитров. Такой маленький, но все же посмотрим, протестируем. Еще просто не знаю, с этой погодой наносить татуировку. Даже в город ты выходишь, в майке, как бы, ну, все равно нужно защищать свои татуировочки, свое тело, свою кожу. Это обязательно. Следующее перейдем, это вот такой лак Vellum. Опять же, была по скидке. Я решила пробовать Deluxe, роскошная укладка защиты. Лак реально классный, мне понравился. Ничего плохого не хочу сказать, он реально фиксирует круто, что я потом немножечко его, да, ощущаю, что все-таки все держится и все в порядке. Поэтому Vellum, кстати, ну, неплохой. Просто у меня был Tap до этого, а Vellum мне, в принципе, понравился. Далее переходим к вот таким стикерам, да. Посмотрите, какие они классные. Coachella USA. Блин, стразы на лицо. Посмотрите, офигенски. Я покупала себе стразы, но я не помню, использовала. А вот, у меня еще вот такие есть. Вот. Поэтому мне захотелось. У меня вот те были, это как на образ Леди Гаги. Ну, какие-то вот образы, какие-то фотографии можно. То есть, как угодно можете ими распоряжаться. Куда угодно, да, но мне очень понравились, мне кажется, блин, это очень классно, очень здорово, как реальность в Coachella. А вот, если понимаете, о чем я, то да, поддерживайте. Дальше покажу вам свои любимые полосочки от Propeller, да, обожаю их, с активированным углем глубоко очищает поры, с углем, да, говорю. Блин, мне нравится. 6 полосок. Правда, они не такие дешевые, но в целом они того стоят. Поэтому я их покупаю и беру уже не первый раз. Возможно, если вы смотрите мои обзоры косметики, то вы точно бы их заметили уже. Вот, поэтому вот. Это прям десяточка. Обожаю их. Это очень классная вещь. Переходим дальше к масочкам. Господи, патчи. Да, но еще у меня есть масочки. Ох, 7 Days, я так мечтала их попробовать, так мечтала, вот эти мои просто фавориты, не, вот эти, или вот эти, не помню, красные, ой, розовые, Made in Korea, да, они офигенские, у них патчи такие блестяшки, это еще не все, конечно. Как вам такая кипа масок за все это время? Ох-ох-ох, коллаген Tender Crystal Ice Mask, смотрите. У меня этих кристаллов вот сколько. И это было еще вот таких розовых. Я уже их использовала в своих влогах, возможно, вы их видели. Вот, вот такая коллекция. Это я хочу про маски записать отдельное видео. И плюс, наверное, совмещать с всякими влогами и показывать, рассказывать, как я их, ну, применяю и какое ощущение после них. Далее это 7 Days вот такие масочки. Масочки, да. Гель для кожи успокаивающий, маска и лосьон тоник, вот такие вот масочки. А вот еще пенка праймер, оторви маска пленка, вот такое галактическое, посмотрите, все красивое. Я бы его хочу снять отдельное видео и показать вам полноценно и рассказать. Смотрите, сколько масок. Я не знаю, мне что-то бомбануло, мне так хотелось, я так очень хотела 7 Days пробовать эту серию, потому что, блин, везде вижу, везде реклама и так далее. Вот, и тут бац, и я такая, офигеть. В общем, вот сколько у меня масок, этих 7 Days, плюс еще я же использовала, конечно. Вот, блин, это мечта. Смотрите, они яркие, они классные, специально для девчонок. Я очень хотела такую галактическую. Она безумно красивая. Ну да, оно не дешевое, сразу скажу. Оно как бы ни рубль, ни два, ни три, то есть. Угу.
Вот, поэтому, блин, это офигенское, и я очень счастлива и рада. Конечно, не обошлось без того, что я подзаработала и, конечно, где-то купила себе косметики, которые я хотела. Относительно. Но все же, как бы, ну, безусловно, это есть. Далее покажу вам вот такая вот масочка еще для губок. Потом вот такая фикс-прайс, то есть тоник наливать. Потом эта черненькая масочка в тарелочку с этой жидкостью. Потом разбухает, потому что это наличка. Вот такие как капсулки интересные. Далее интересные еще маски я покупала в Европе. Доктор Смарт. Пост СН. А, нет, Доктор Смарт это у меня с Алиэкспресс еще. Вот, что я говорю, какой Алиэкспресс? Фикс прайса, потом вот эти пост акне и регенерация, это с, в Европе нашла такие классные масочки. Далее вот такая Эвелин, прикольная двухфазная маска, тоже, по-моему, в после чистоты, да, здесь она разогревающая, скраб сауна, здесь охлаждающая криомаска, блин, очень интересно, очень хочу затестировать. И вообще, то, что я не ожидала, вот такая вот от Елизавеки. У меня была уже маска, я показывала вам на видео, как я пользовалась маской, которую мне прислали в подарок. Это вот пенная такая, да, как бы пеночкой покрывается все. Бабл, такая бабл маска, вот. И от Елизавеки вот такая вот. Она, это тканевая маска для лица увлажняющая AQD Power Ringer Mask Pack, вот. Датчик, все дела, как бы тоже одна из крутых масок. Маск, масок, вот, там было очень-очень много, покупалась я, покупала в Озе, да, для тех, кто вот будет знать, они офигенские, мне рассказывали, но я не пробовала, поэтому очень хочу, очень интересно, плюс мне реально жалко, а посмотри, она офигенский, она очень классная, это поросёночек, это зайчик, блин, что делать, я не знаю, наверное, фотосессию устрою своей маской, потому что, блин, ну это очень круто. Итак, идем дальше и переходим к... Не помню, показывала я вам? Да, наверняка показывала, но вот такая у меня коллекция шариков для ванны. Вот бусинки, коллекция бусинок, они очень вкусные. Просто когда вынимаете ванну, добавляете вот эти бусинки с красными, да, вода красит оранжевыми, тоже белыми, как бы, ну нет. Но будет такой блеск немножко плавать, потому что бусинки блестят. Самый фаворит, это все-таки у меня будет вишня и гранат. Это невероятный запах. Господи, кто же такое придумывает? Я не знаю. Блин. В общем, я советую, в принципе, вам вот попробовать все вкусы. Они действительно нереальны. Я как поклонница ванн. Ах, обожаю. Вот прям эта тема очень классная. Я думаю, для тех, кто любит ванночки, всякие бомбочки, заценят эту тему. Так, переходим далее. Покажу вам такой крем для ножек. С фикс прайса, с арктической свежестью, смягчает, дезодорирует, поддерживает гидробаланс, увлажняющая формула, освежающая. Да, прикольно, в общем, я после работы или во время работы я могу себе смазать икры. Вот так как у меня работа зависит от моих ног, так скажем, постоянно стою, вот. Это средство мне, в принципе, нравится. Не могу сказать, что прям вау-эффект, но, в принципе, он очень приятный и симпатичный. Смазываю свои икры, ножки вот этим кремом сейчас. Написано с охлаждающим эффектом. Ну, он такой минимальный, но в целом очень приятный. Далее перейдем мы к Yves Rocher. Да. Хочу вам показать такой вот... это как называется? Jardin du Monde. Освежающий дезодорант зеленый чай. Очень вкусная вещь. Очень. Она не как антиперспирант, выговорила это слово, удивительно. Он просто освежающий вкус, нереально вкусненький. И все почему? Потому что у меня был недавно день рождения, мне прислали такую как рекламку, сказали, купи что-нибудь на 10 рублей и получи маленький духи в подарок. Я такая, о, прикольно. Просто раньше до этого я как бы этим не занималась, а сейчас просто говорю, блин, а что нет, попробуем как бы. И очень вкусненький. Я вот его купила и получила такие маленькие, маленькие духи. Запах, я не знаю, как вам описать. Нереально очень вкусный. Mon Evidence парфюмерная вода. Франция. Ну, такие они малышки, но запах вам не передать. Он божественный. У меня Yves Rocher.
Ой, как вкусно, вот как вкусно. Вот это прям любовь. Это прям очень классненькие. Вот такие они малюсечки. Но они, это как пробник считается, а есть такие большие, просто вау. У меня тоже были и фраше, до этого тоже такие небольшие брала, потому что, ну, думаю, посмотрю, какой запах, блин. Очень вкусные, вот такие вот очень нежные, здоровские, мне очень понравились. И плюс вот такой вот еще и фраше гель для душа, очень вкусный, вот реально очень... И фраше вообще это просто отдельная тема. Если отдельно магазин у нас, пусть собирают там печати вот эти тоже, чтобы там были скидки, то что-то еще будет. И фраше это одна из лучших косметик, действительно, особенно уход по телу, за телом. Это прям мега офигенски. Да, она не дешевая, но она того стоит. Запах нереальный. А еще у меня раньше была вот такая вот, вот такой гель для душа. Цитрусовый, очень вкусный также. Да, не спорю, там все на любителей для всех, но вот с чем-то ассоциируется, я ничего не могу понять, с чем. Ой, смотрите, солнце пропало. Такое уже не трогает. Вот, поэтому, блин, гель для душа там бомбочка. Очень вкусный, да, блин. Очень классная, обожаю и фраше, прям вот. Ладла. Хочу показать вам, еще, знаете, вот как бы между делом, защита от комаров. Назовем это косметикой, вот. Потому что, сейчас покажу, вот такой вот комаров спрей, кстати, очень хороший, советую, от комаров и мошек, клещей, видите? Плюс еще какой-то у меня был спрей, буквально новый, мама забрала его куда-то, вот, и вот такой решил пробовать браслет, спираль от комаров, не знаю, еще пока не одевала, написано красиво, экологично, непонятно, что с девочкой в точке какие-то, вот, для всей семьи 7 дней действий, детям старше 3 лет. Плюс, ой, 100% натуральные компоненты. Посмотрим, интересно. Я взяла зелененький, больше желтый, но зелененький, как бы все знают, это Джоки. Да, моя тема. Вот, и вот такие еще спирали у вас. Интересно стало, как и что. Тут такие спиральки. Я такие вообще ни разу, ну, как бы не пробовала. Так они выглядят. Так что снимаешь, поджигаешь, ставишь на подставки. Прикольно. Еще хочу вам кое-что показать. Это вот такой стик. Step up. Это, знаете, чтобы не было мозоли, как бы перед мозолями. То есть это получается как смягчает кожу, и вы не натираете ножки свои драгоценные. Предотвращает появление мозоли, да. Реально интересная вещичка, я уже пользовалась ей. Я так поняла, что нужно носить его перед тем, когда вы одеваете обувь, допустим, там под носочки, там, ну, как бы, чтобы специально смягчало и не грубела ваша кожа, и не появлялись мозоли. Вот, потому что я на работе так себе ноги уже отмозолила. Вот, поэтому не хотелось бы повторять это. Итак, вот, поэтому советую вам тоже, вот, покупала в аптеке, там лучше упаковочка такая розовенькая, но я уже пользовалась, да. Там вот такая интересная вещь. Присмотритесь. Так, а если переходя дальше, я покажу свою мини-косметичку, не знаю зачем, но все же. Да, это просто пенал с ламами. Я просто на работе бывает крашусь, поэтому все необходимо включать сюда. Не знаю, мне так понравилось. Мне вечно вот не хватает, у меня стоят коробки с косметикой. У меня есть большие косметички, но я же большую не буду брать, да, как бы. Хочется только что-то мини, удобное, комфортное. Блин, вот класс, смотрите, какой дизайн. И они выглядят так классно, так мило, и все нужно, необходимо получать сюда. Если только палетку. Ну, палетку можно взять отдельно. О, мне так нравится. И вообще, а то я брала, знаете что? Пакет. Обычный пакет. Ну, такой себе, да? Так, переходя к косметике, покажу вам косметику. Да, странно. Это вот такая подводка черная, у меня просто закончилась уже. Элита для глаз от Relluin. Да, вот такая моя любимая в целом. Постоянно ее покупаю, ну, иногда бы отменяю, ну, вернее, меняю. Что-то с Китая заказывала, да, но оно бы уже засохло, особенно эти вот карандаши, оно вообще как-то одноразово. Покупала дорогую тоже подводку от карандаш, но как фломастер, вернее, вот, но все не то. Вот, и вот это как бы мне нравится. Я люблю, конечно, фломастеры, но они очень быстро сохнут, это так, чисто, знаете, по репликации на... Пару дней на идеале, сделки просто божественные. А потом все, не то уже.
Да, вот так что вот такая подводка к реальности. Уже релом мы задели, то это будет вот такая основа под макияж. Я покупала себе вот такую от Эстрады. Она закончилась. Я хотела ее найти, я не нашла. Вот, и пришлось мне взять вот такой праймер, основа под макияж. Прям степ, профессиональный. Вот, сначала я не поняла, мне сначала не понравилась текстура, но потом, когда я начала ей пользоваться, в целом мне все нормально, все понравилось. Макияж довольно-таки, да, тоже, он, ну, долго сохраняется на лице. Да, вот, поэтому вот такой вот. В целом я могу вам реально посоветовать. Далее покажу, это будет вот такая тушь. Тушь, да. Диваж и XXL амбиции. Вот такие они. Вот, так что тушь у меня уже заканчивается, я решила взять вот эти две, но я еще не пробовала их, не знаю. Здесь такая более толстая кишка и более тоньше. А вот, кстати, нарисована. А если не нарисована? Да, ну это дрожь стоит чем. Поэтому я нарисую. Еще и рисуночек вам, конечно же, пожалуйста, что за ваше имя. Вот, не знаю, посмотрим, написано, что Maxillage 9690, о боже. А здесь что написано, что, по-моему, эффект накладных ресничек. О, боги. Ну, мне и так часто говорят, что я наклеила свои. Но это я еще тоже старалась так накрасить. Вот. Говорят, ну, так это как-то наклеено. А, спасибо. Вот, здесь мне это тоже подойдет. Я еще покажу вам это вот такие лаки. Да, я же разгулялась, так как день рождения, и все, я думаю, будет, нет. Опять же, трейлы. Белый лак, белый лак, господи. Очень давно хотела вот такая корона сестер. Белый лак, делался свой макияж. Маникюр с белым лаком, да нет, это топчик. У меня был белый лак, но это вообще он уже завяз, испортился. В общем, вот, пришлось новый покупать. И то я очень давно хотела, все забывала. Далее это будут вот такие блестки и вот такие блесточки. Посмотрите, как классно, какой праздник. Вечериночка. О, здорово. Очень хорошие, мне понравились вот эти цвета, нежно-розовые и серебряные. Я также делала маникюр. Блин, мне очень понравилось. Я реально советую. Там еще были разные, там, блин, вот эта серия, она вся офигенская. Там какие-то и цветные блестки еще были, что-то еще, короче, вообще очень топово. Кстати, серый это первый номер. Потом нежный такой розовый, такой даже розово-золото, шестой тон. И белый восьмой. На всякий, если вам нужна эта информация. Потом у меня еще такие появились глиттеры. Да. Вот такие вот, как тенюшечки. Ну, относительно. Просто блестки можно, я думаю, под глаз наносить. Может, на веко. Но главное, чтобы на веке они не скатались. А вот, чтобы там вот такая полоса блестящая. Были глиттерные, как бы, тени. Было, кстати, от NYX. Но мне не понравились на тот момент. Хочу пробовать вот эти вот. И это у нас номер 2. Северное сияние называется. От Lavelle. Вот, так что они еще закрыты. Мы можем с вами протестировать, если вы поставите лайк и напишите мне об этом. Мне бы хотелось, да, сделать какой-то полноценный макияж, такой симпатичный очень. И еще мне пришла с AliExpress вот такие вот тоже тенюшечки, блесточки. Телефон. У меня есть телефон дома. Домашний. Я, наверное, вообще его не брала. Лет 7 уже, тут на ваш телефон. Итак, вот так выглядят эти тенюшечки. 13 номер. Вот. Видите, такие блестки я даже наносила. Тоже во влогах, я думаю, вы видели. Если вы смотрите мои влоги, если не смотрите, то обязательно смотрите, приходите по ссылке. Да, которые высвечиваются вверху этих видео всяких разных. Вот. Блин, очень классно. Знаете, как вот, опять же, это у нас... Куачелла, вот, блин, очень здоровский, очень классная тема, я очень много хотела, даже про них забыла уже как-то, но вот дошли через полгода, если честно, полгода шли тени, блестки, идеально, скинем все на коронавирус, но я не уверена. Из такой косметики, ближе вот к телу, скажем, к лицу, я вам показала, и еще у меня осталось кое-что очень-очень интересное. Думаю, то, что вам понравится. А особенно, конечно же, нравится мне, моему молодому человеку. Да, это такое общее боли, но отдельно классно. О, боги, какие запахи здесь. Обалдеть. Я обожаю. Я просто
Выдумал человека своего. Это гель для душа. Запах. Просто улет, просто бомба. XL называется. Вот такой большой это. White. Ну, короче, вот такой гель большой. Потом вот такой шауэр гель плюс шампунь. Поменьше будет. Тут идет как раз для волос и для тела. Также я его уже пробовала, знаю. Ну, доводилось мне душ принимать с таким запахом. Очень классный, очень вкусный. Прям вот любовь. Я просто так увидела и думаю, блин, надо что-то вот вкусненькое приобрести. Я приобрела себе еще такой шампунь, вот, потому что, ну, я принимала душ, и мне очень понравилось. Я решила такой же еще взять. Еще взяла вот такой вот вулф какой-то. Потом еще вот такой дезодорант. Такой аэрозольный, и еще в твердом стике, твердый дезодорант, вот, потому что запахи просто бомбические, мне очень понравились, очень вкусные, блин, я кайфую, я думаю, парни, которые смотрят это видео, они оценят пальчиком вверх, и сказав, что Old Spice реально хорошая тема, запахи реально классные, вот. А на этом все. Я думаю, буду заканчивать это видео, потому что у меня реально где-то есть еще какая-то косметика, Ну, как бы, знаете, это тоже не за раз, да, может, за раз, не знаю, нет, не помню. Вот, ну, это за месяца три, наверное, точно накопилось. Что-то такое новое и интересное. Да и, блин, надо себя радовать, что я давно себя не радовала какой-то косметикой. Плюс был день рождения, ну, грех, блин, да. Надо все равно хаживать и вкусно пахнуть, и вся такая прям няшечка. Няшечка-очаровашечка, вот, и своим здоровьем тоже надо следить. Я думаю, как бы на себя не надо жалеть, особенно вот, что связано с нашей кожей, телом, волосами, ногтями, ну и так далее. Вот, поэтому все, спасибо за просмотр. Если понравилось это видео, если поставьте большие пальчики вверх или подписывайтесь на мой канал, не или, а и подписывайтесь на мой канал, да, обязательно, потому что будет много скоро всего интересного дальше. Поэтому все, всем спасибо и до новых встреч. Пока!